Вчера мы говорили о важной для нашей команды игре со сборной Германии. Как прошла встреча? Действительно, вчера был очень важный для всего чемпионата матч. Последние два года сборной России ни в отборочных играх, ни в финале не удавалось победить немцев. Этот факт имел очень большое психологическое давление. Сразу поделюсь отличной новостью. Россияне его преодолели. Но эта игра требует подробностей. Сразу лидерство взяли спортсмены Германии. После первого периода мы летели 2-0. Второй период отвоевал нам одно очко. В третьем россияне на некоторое время сравняли счет. Затем опять проигрывали в один мяч, но закончили период с ровным счетом 3-3. И только в заключительной 15 минутке россияне давили так, что сделать уже было ничего невозможно. Хотя французские судьи очень старались. Не поставили три верных пенальти и постоянно удаляли мотоболистов России. Итог встречи 6-3 и главный герой дня Иван Криштопа, забивший своей левой ногой аж 4 мяча. С кем сегодня встречаются наши мотоболисты? Сегодня по календарю сборной России одна встреча. Прямо в эти минуты россияне играют с французами. Подробностями матча поделюсь с вами завтра. Тогда держим за них кулачки и желаем победы. Спортсмены – народ очень суеверный, и пожелания победы заранее воспринимают с опаской. Предпочитают, когда им желают удачи. Так что все думаем об удаче, которая очень необходима. Удачи! Ждем завтра хороших новостей!